Генерал! Я узнал, что на тебя напали в моей комнате. Противоядие, над которым ты работала, разбилось, и ты до сих пор об этом мне не рассказала. Просто... О чем же ты думаешь? Хотела вести себя так, будто ничего не произошло. Что? Да, на меня напали, но стражники защитили меня, так что все в порядке. Противоядие разбилось, но я снова его приготовлю. Приготовишь снова? Да. А ты сможешь его приготовить, прежде чем умрешь? Я делаю его для того, чтобы выжить, так почему ты говоришь о смерти? Перестань так говорить. Пойдем в комнату. Раз. Всего лишь один раз. Я пытался нарушить обещание. Обещание вернуть тебя назад. Я нарушил его из-за своей жадности. Я не знал меры. И не смог даже защитить тебя. Теперь на кону снова твоя жизнь. Что я наделал? Почему ты сам решаешь все, что касается обещания? Я же говорила, что не надо. То, что я сказал раньше. Что я попрошу тебя остаться со мной. Уберу эти слова назад. Мои мысли и слова были ошибочны. Послушай. Мне нужно идти. Я пришла. Завтра мы уходим. Нет. Завтра утром. Рано. Все мне высказав, ты ушел тогда. Так что теперь послушай меня. Слушаю. Я сделаю себе лекарство. И останусь здесь. Ты не можешь. Я останусь. И буду рядом с тобой. Волноваться о том, уходить мне или нет. Я не хочу тратить на это каждый день. Ты хоть... Понимаешь, что сейчас говоришь? Понимаю. Если противоядие не получится, я могу умереть. На твоих глазах. Раз это может произойти, присматривай за мной. До самого конца. Держи, обняв меня. Не оставляй меня одну. Собирай свои вещи. Немедленно. Мы пойдем туда и подождем, пока откроются небесные врата. Я же сказала, что никуда не пойду. Сказала же, что останусь здесь. Может, мне связать тебя и тащить силой? А потом? Отправишь меня назад. А потом? Ты думал, что будет со мной? Обо мне? Ты подумал? Но ты сказала, что сможешь там выжить. Да. Я выживу. Но я буду просто существовать в моей квартире моего мира. День за днем. Встречать людей, которых не знаю. Проживать каждый день, говоря то, что даже не имею в виду. А когда наступит ночь, я буду снова возвращаться в комнату, где никого нет. И ложась спать.
Каждый раз буду спрашивать. Ты здесь? Знаю, что не получу ответа. И потом, проснувшись следующим утром, и проживу еще один бессмысленный день, словно уже умерла. Проживать такую жизнь. Не знаешь, что это такое? Знаешь же. Потому что и с тобой будет то же самое. В эти дни, когда ты продолжала умирать, я даже не мог быть рядом с тобой. Вместо того, чтобы искать лекарства для спасения моей женщины, я просто убивал людей. Как сможет такой человек, как я, защитить тебя? Как я могу просить тебя остаться рядом со мной? Посмотри на меня. Буду ли я в порядке, если ты уйдешь? Ты спрашивала об этом, помнишь? Помню. Со мной все будет хорошо. Я буду хорошо есть и хорошо спать. Через какое-то время я все забуду. И никогда не буду вспоминать о тебе. Поэтому не волнуйся и возвращайся. Когда вернешься, сначала тебе будет тяжело, но потом все наладится. Ты же такая сильная. Поэтому я верю в тебя. Если я вернусь, не думаю, что буду в порядке. Я не выдержу одиночества. И снова начну искать тебя. Наверное, я не смогу найти небесные врата. И буду повсюду бродить в чужом для меня мире. Не делай этого. Обещай, что не сделаешь этого. В оставшееся время я буду с тобой. Буду заботиться. Сделаю так, чтобы ты снова улыбалась. Хотя не уверен, что получится.